Всем привет! Тут вот бригада вот эта решила новый проект тут начать. Вот во главе с Андрюшей. Но он как новый. Вот этот вездеход от кузов они стоял, но он не тяжелый, в принципе. Да? Заел. Вот его поставили плохо. Вот видишь, он ну, горку чуть не передавил. Это вот здесь стоял. Одно таких вот самосвальной конструкции. Что-то тут еще какие-то хомуты. Тормоза вот. Рама переломка. Ну мосты здесь рваные. Колесики у нас от него есть. В общем, хотим поставить москвичевские мосты. На него, да, Андрюш? Что еще хотим поставить на него? Ну-ка расскажи. Мотор лифановский. Вот, мотор лифановский, который с автоматическим сцеплением. У москвичевский, кстати, мост, он 5 метров 10 идут по ширине, ну по флянцам, а москвичевский идет 1 30 м. Сколько мы там мерили? 8. 1 35 м где-то. Ну вот такой, в общем. Единственное, конечно, он тяжеловат, наверное, будет для вездехода. Два моста у меня таких есть. А жигулевский будет еще шире. Хотя мы это еще все замерим по весу примерно. Это вот мой пикап тут стоит еще. Короче, надо нам от этих колес избавиться куда-то. Ну что ты там не можешь скрыть? Ты вот эту рамку сними. Так я вот эту железяку, чтобы эту снять и побрызгать там. Они плохо идут. Заржавые. Ну вот эту снять и вот эта фанера снимется. Ну сейчас снимем, короче, покажем, что там внутри. Короче, надо нам рама, чтобы осталась голая у нас. Полик сняли. Эй, крестик, нолик. Такой вот пол. На полу прям вилка включения тут. Походу передка, что ли. Ну да, передка тут. Интересная конструкция. Было. Рулевое такое. Самопальное. В основном все на болтиках сделано. Сейчас вот не можем открутить вот эти болтики. Срубим их с зубилом. Грамма практически вот. И второй такой же мост есть. Вот снимем вот этот мост в сборе, как он есть, с тормозами, да? И завешаем его на весах. Что он весит. Ну давай, руби болты. Что тут это за дуга? Какой-то рычаг, педаль газа дюралевая. Все, блин, сделано так. С дюралем, все фрезеровано, охренеть. Где-то, блин, ага. Тут все с дюралем, мосты дюралем. Все, рубится, нет? Ну-ка на. Как будто каленое. При помощи зубила, мотка, какой-то матери, или можно хоть что разобрать. Еще последний? Ну, последний трубой, да. Поднимайте, вы что? Поднимайте, Егорка. Во! Все, ставьте. Кабина-то пипец. Убери эту проволоку. Ну вот. И вся рама переломка. А ну, смотри, ближненько. Да? Ну-ка, давайте вон туда вытащим его на сне. Камера снимает, вроде. Вы берите там, а я тут возьму. Туда вытащим. Давай. Ну, я не знаю, сколько на килограмм. 70-то весит, наверное. Только камера не туда снимает. Ложи. Во. Неси туда камеру. Ну вот. Вот так уже интереснее. Так уже интереснее. Ну-ка, кабину сняли. Брам вот это удлинить немного. Подлиннее. Поставить мост, сюда мосты москвичевские. По ураму. Опа. Болтики усыпались, посыпались. Алло, тоже железка. Вот ты славянка.
Сними, сними, да? Как работает узел. Переломка там уже, сними. Вот с этой стороны болт покажи. Ограничитель. Я вот не знаю, его сейчас выкрутить, он должен, мне кажется, кардан, видите, какой сделан. Самопальненький. Вот один сателлит, это рабочий. Один сателлит да. Есть, потому что только через одну полость крутится. Их купили, да, да. А тебе? Вот так вот. Как давно? На встречу я нашел. Тяжело, да? Смотри, какая. Это, не знаю, что гашетка она была, ручная. Смотри, какая есть. Лодка. Вот. Лодка, не лодка. Другой. Агрегат интересный. Так что, вот. И думаем мы, поставить москвичевские мосты или нет. Сейчас, наверное, еще вот этот мост снимем тоже. Задний. И на весы мы его завешаем, сколько он весит в боре. Да, Андрюш? Угу. Ну, давай, откручивай. Гайки так не теряйте. Делать вот нефиг они. Рамы всякие. Разбираюсь. Миша, на руки помогай. Ну вот эту надо рамку срезать будет. Под кабину, которая была. Да? Она тем более гнутая. Сейчас мост снимем. Взвесим его на весах. Что он весит. Ты гайки держи лучше, Миш, он без тебя открутит. Это прямо нуля. Миша, шоки, Миш, не держи. Миша, шоки. Иди лучше, вдруг держать. А, Миша, лучше. Это бух. Че, Егорка, тоже помогаешь? Mm-mm. Нет, а че? Почему не хочешь? Руки замерзли. Так на улице весна, ты че? И все тает. Снега намело много, теперь все растаяло. Андрюш. Аккуратно верху не поломай. Давай, 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 сильнее, что боишься? Надо снять буксу, потом мост снимется. Вторую попробую. Вот. Ну, сбоку-то запихивай. Не отсюда, я сбоку от моста. Нет. Вот. Да. Вот надо низ-то тоже тянуть равномерно. Да. Положь пока их туда на капот. Вот, давай вторую сниму. Вот. Вторую теперь сниму. Ну-ка, Егорка, молоток притащи с зубилу. Угу. Андрюшка сейчас стуканет. Мишаня, давай молоток с зубилом. Молоток неси с зубилом. Маленько тут покомандовать. Да ты не в бок, просто посередине бей. Бей, бей, не бойся. Чего оно, блин, застряло? О, а? Видишь, как хорошо? Видишь, как хорошо. Ну, чё ты, блин? Ну-ка, подожди, дай-ка. А, держи. Камера, держи. Камера моторная. Камера моторная. Болты, конечно, так можно забить, они нижние. Кабину сняли. Заржавели. Узел сняли. Пол сняли. Да все, Егорка, сняли. Что можно было? И раму еще сняли. Все дюралево сделано, блин. Кому-то же не лень, говорю, было. Ну не лень. Все, вот это точить.
Боже, скажи, бежал. Это давно делали, да? Где-то на заводе. Болты-то даже покажу, какие хитрые сделаны. Видите, как шляпа. Зачем? Не знаю. Вот, наверное, чтобы сварка там не мешала. Ну, это вообще прям все, все так круто сделано. Самодельный. Самодельный. Сейчас мост. Сейчас мост. Ну а что он пойдет еще? Ну, кардан, ты видишь? Пойдет. А, вон там будет. И здесь. Сами точили? Ну, конечно. Глянь. Думал, так все грамотно, не время. Все грязное. Уже все грязное. И вон. Маленький, вот на эти мосты надо маленький. Покрути его. Так крутится. Да как там сателлит, наверное, по урону. Ему надо. Это. Колеса не такие здоровые, маленькие. Типа мотороллеровских. Потому что здесь сателлиты стоят от мотороллера. А мотоколясочные выдержат? Ну это какая разница, одинаковые все равно. Мотоколясочные сателлиты стоят. Мосты сделаны на базе них. Мотоколясочного дифференциала. Вот она все это. А этот вал не вытаскивается. Видишь, она там внутри проходит. Там то не втулка, то ли. Чего непонятно. Да, она, в принципе, болт этот выкрутить. И можно вот эту полураму разобрать. А так, передняя часть уже все приварена. Там что можно снять, только переднюю колонку. Кого переднюю? Ну она, видишь, в основном-то вот он поворотный кулак сам. Че, отключено? Ее можно по запчастям утащить в гараж даже. Ну. Мост унес. Это унес. Хотя мост зачем-то. Ну. Мост унес. Там тулка идет, походу. Вот и все. И вот и все. Круто сделано. Ты повторишь. Бронзовые втулки внутри стоят. Блин. Кому-то ж не лень было, я бы такое не сделал в конструкции никогда в жизни. Это легкое? Да нет, здесь-то как раз самый вес остается. Уже гермичную все сняли. О, ну-ка иди вон туда внутрь, покажи. Там карданы самодельные в шлицах. Бронза. Бронза, ну здесь вот втулка, то там бронзовая. Довольно толстая. Не знаю, как она, как, сколько она, какую нагрузку сможет она выдержать, конечно. Вот она сам поворотный этот кулак. Механизм такой. Вот крутишь, я вижу. Масленки-то даже стоят, смотри, какие прессы эти. Ну. Мазуты наталкиваешь их. Ну, душка знает. Мазуты. Совдеповские. Все. Туда натолкал, жизнь задоел. Жизнь задоел. Крутистая собака. А здесь и штут сделан, смотри, под сошку. А можно с этой стороны сошку сделать. Конструкция. Прикрутить. Видишь, дырки. И масленки можно с двух сторон. Только нафига. Ну там тоже втулка бронзовая. Не, вообще система здесь поворотный кулак неплохой. В принципе, для лифановского мотора. Тут даже наконечники, смотрите, самодельные. Рулевые. Офигеть. Круто. Все самодельное. Ну, какая-то втулочка оторвалась. Тут что, по-моему, не самодельное было. Это руль. Классно сделано. Это руль. Не, ну сделано-то нифига так. Все четко, тут все из дюраля надо, блядь, вытащить. Ну вот, такой вездеходик. Конструкция. Не знаю, вот, короче, пишите в комментариях, что нам снимать. Тут мне на куче навозной не снимаем на фоне. Короче, пишите в комментариях, что нам с него лучше сделать. Или маленький трактор с него сделать.